Ну что, с голоду помираешь? Да, да, да. Я не помираю, но с опаской. Так что туда приедем, когда мы поедим. А потом там холодно. И вот она, комнатка маман. Тут спят люди. Интересно, а запись есть ли этого? А? Кухни там. Чё? Записи нет, наверное. Они работают в тех или иных предприятиях, которые на разных системах налогообложения. Если это упрощенные, если это специальные налоговые режимы, то они получают меньшее отчисление в пенсионный фонд. Если это общее налогообложение, то достаточно большое отчисление до 26% уже состоялось. Но мы же можем... 2,5 раза. 2,5 раза.